Ой, нет! Опять! Маша, а что ты такое смотришь? Да вот, смотри сама! Ой, какие они страшные! А что это? Пауки? Нет, это не пауки, это еще хуже! Что может быть хуже пауков? Бррр, я боюсь пауков! Ребята, а вы боитесь пауков? Кто боится, поставьте лайк и напишите в комментариях! Нала, пауки в нашей зоне не опасные, а это действительно очень опасная штука. А чем они опасны? Нала, это клещи. Они нападают на всех, и на людей, и на животных. А что вы тут делаете? Аврора, спасайся! На нас могут напасть клещи! Какие такие клещи? Ты вот смотри! Какие страшные! И они нападают на кошек? Аврора, клещи действительно выглядят очень страшно, но в жизни они очень маленькие. А, ну если они маленькие, ну тогда не страшно. Еще как страшно! Они нападают на людей и животных, кусают и пьют кровь! Нет, это не больно. У клеща в слюне есть специальные обезболивающие вещества, чтобы его жертва ничего не чувствовала и не заметила, как он ее кусает. Ну, хоть это хорошо. Наоборот, это плохо, потому что так ты можешь даже не заметить, что тебя укусили. Но самое страшное – это даже не укус, а те болезни, которые через этот укус передаются. А какие? Ну смотри, люди могут заболеть энцефалитом и остаться парализованными на всю жизнь. А кошки и собаки, например, могут заболеть пироплазмозом. И это тоже очень опасно. А что вы тут делаете? Шамилька, тут такой кошмар! Маша нам показывает клещей! Ой, фу, клещи! Проблема в том, что погода стала намного теплее, и клещи снова размножились. Вот, смотри, в новостях предупреждают об опасности атаки клещей. Опять эти клещи атакуют, ну сколько можно? К сожалению, летом так всегда бывает. А что же нам теперь делать? Ну, дома мы в безопасности, клещи охотятся на нас в траве. Да, дома вы в безопасности. Я прямо сейчас поеду в ветеринарную аптеку и куплю таблетки, которые защитят вас от клещей. Что же нам теперь делать? Будем прятаться от клещей дома, пока Маша не привезет нам лекарства. Все, сейчас быстро куплю эти таблетки и отпущу всех гулять. Шанель, Аврора, я хочу гулять! Скоро Маша вернется! Нала, не капризничай, придется подождать. Но может все-таки пойдем? Да лист нам эти клещи, их же не видно даже! Нала, терпи, надо дождаться Машу. Да блин, нет никаких средств от клещей, все раскупили. Маша так долго не возвращается. Нала, ну может быть у нее какие-нибудь дела по дороге возникли. Ну может здесь что-то будет. Шанель, Аврора, ну посмотрите, ну нет там никаких клещей. Я хочу гулять. Шанелька, а может быть Маша про нас забыла? Я ей позвоню. Алло, Шанелька, я уже в двух магазинах была, нигде ничего нет от клещей. Маша, когда ты уже приедешь, Нала очень сильно просится гулять. Ты что, не выпускайте ее, видишь, даже лекарств нигде нет, потому что очень много клещей. А что же теперь делать? Я сейчас поеду в ветеринарную клинику, может быть у них что-нибудь есть. Вот, слышали? Нигде нет этих лекарств. Маша поедет их искать их в клинику. Ну все, это надолго. Не видать нам прогулки сегодня. Значит, придется ждать. Ничего не поделаешь. Тогда пойдемте что-нибудь поедим. Ну сколько можно сидеть дома? Такая погода хорошая. Ну вот, ну где там эти клещи?
Я никаких клещей не вижу. Пойду быстро погуляю, никто даже не заметит. Это наша последняя надежда. Если их здесь не будет, я просто не знаю, где искать. Уф, слава богу, я нашла это лекарство. Скорее надо дать его кошкам и Шанельке. Шанелечка! Кошки, я пришла. Смотрите, я принесла вам лекарство. Ура! Мы наконец-то выпьем таблетки и пойдем гулять. Ой, я не хочу пить таблетку. Это невкусно. Ой, Аврор, не капризничай. Я вам дам таблетки вместе с едой. Вот. Смотри, сейчас я вам все раскрошу. Шанелька, Авросик, Нала, идите скорее. Вкусно! Да, и правда вкусно! А ты не хотела таблетку? Да, а вот это осталось для Налы. А где Нала? Она в спальне была, сейчас позову. Нала, ты где? Маша принесла лекарство. Ой, Нала, она что, убежала? Ой, нет. Ой, а что это меня кольнуло? Маша, скорее, Нала сбежала. Как сбежала? Ну, она просто очень хотела погулять и, наверное, не дождалась. Какой кошмар! Я же еще ей не дала таблетку! Я побегу ее искать. Я тоже! Ой, я плохо себя чувствую! Что со мной случилось? Нала, ты где? Нала, куда ты спряталась? Шанелька, Налы нигде нет. Я даже не представляю, куда она могла деться. Наконец-то я дошла. Ой, достанется же мне за то, что я сбежала гулять. Надо спрятаться. Мне кажется, мы ее так не найдем. Надо возвращаться домой. Аврора, мы не нашли Налу. Да, похоже, она куда-то далеко убежала. Ой, а вы слышите, там в спальне кто-то есть? Может, это Нала вернулась? Нала, это ты? Нала, ты где? Здесь никого нет. Маша, я уверена, что Нала просто спряталась. Она боится, что ты ее накажешь. Нала, ты где? Ну-ка, вылезай. Ой, только бы они меня не нашли. Нала, вот ты где. Ой, меня спалили. Нала, вот ты глупенькая. Почему ты спряталась? Ну, потому что я убежала. И я боялась, что ты будешь меня ругать. Конечно, плохо, что ты убежала. Но я очень рада, что ты вернулась. Пойдем скорее, я дам тебе таблетку. Маша, мне плохо, я не могу ходить. Нала, что с тобой? Я не знаю. Я когда гуляла, я вот почувствовала, как будто бы укол. И после этого мне стало плохо.
плохо. Какой кошмар! Дай-ка я тебя осмотрю. Ну что, там с Налой все в порядке? Ой, нет! Что случилось? Нала укусил клещ! Смотри скорее! Ой, какой огромный ужас! Да, на Налу напал большой клещ! Нала, тебе очень плохо! Да, у меня совсем нет сил, и я не могу ходить! Что же нам делать? Мы срочно едем к ветеринару! Ребята, когда мы приехали в клинику, Нале было совсем плохо! Только бы Нала поправилась! Мы должны ее спасти! Доктор осмотрел Налу как можно быстрее и сразу же нашел клеща. Смотрите, ребята, вот он берет пинцет и достает его. Нала, тебе больно? Аврора, не волнуйся, это не больно. А теперь еще нужно сделать Нале укол. Ой, бедная Нала. Но это совсем быстренько, не волнуйся. После укола Нале сразу стало лучше. Все, можно ехать домой. Ребята, смотрите, Нала уже совсем поправилась. И с таблеткой нам клещи больше не страшны. Но все равно, каждый раз после прогулки мы теперь тщательно проверяем, не забрался ли какой-нибудь клещ. Вы тоже всегда внимательно следите, чтобы вас не укусил клещ. И, конечно же, проверяйте своих питомцев. И не забудьте поставить нам лайк. Чика! Что ты делаешь? Зачем тебе удочки? Да еще так много! Ты, Васька, ничего не понимаешь. Интересно, что это я не понимаю? А то, что начались каникулы. Ну, каникулы начались. Ты вот чем на каникулах будешь заниматься? Я? Ну, я еще не придумала. Да пока ты будешь думать, все каникулы закончатся. Ребята, вот вы уже знаете, что будете делать на каникулах? Кто знает, ставьте нам лайки, и мы увидим, кто из вас уже начал активно отдыхать. Ребята, и подписывайтесь на наш канал. Открываем специальную летнюю подписку на канал Коль Ок. Жмите на кнопку. Чика, ребята уже начали подписываться и ставить нам лайки. А ты расскажи мне, зачем коту нужны удочки? Ха, не знаешь. Да за тем, что на каникулах все ловят рыбу. Первый раз слышу. Ребята, напишите нам в комментах, кто из вас ловит на каникулах рыбу, чтобы доказать это Ваське? Ну ладно, допустим, что ребята на каникулах ловят рыбу. Но при чем здесь ты? Разве кошки ходят на рыбалку? Не знаю, ходят или нет, а я пойду. Я люблю есть свеженькую рыбку. Чика, а если ты упадешь в речку и утонешь? Что ты такое говоришь? Это почему я упаду? Почему я утону? Ты можешь поскользнуться. А если окажешься в воде, то обязательно утонешь, потому что не можешь плавать. Вася, не порть мне настроение. Я не упаду в речку и не утону. Если хочешь, пойдем со мной. Ну уж нет, я подожду тебя дома. Ладно, трусиха, оставайся дома, а я пошел. Вечером угощу тебя свеженькой рыбкой. Вася, куда это Чика побежал с какими-то палками? Это не киса, не палки, это удочки. Зачем ему удочки? Этот дурень решил нам на ужин наловить свежие рыбки. С ума сошел! Где это видно, чтобы кот ловил рыбу? Я ему то же самое сказала, но Чика меня не послушал. Испугалась Васька пойти на речку, а я вот не испугался. Сейчас закину удочки в речку, и рыбка обязательно клюнет. Кошки, что я сейчас видела,
Вы мне не поверите. Рассказывай, что ты там такое необычное увидела? Я видела на речке какой-то сумасшедший кот ловит рыбу. Какой-то сумасшедший кот? Да это же Чика! Ты что, мама, Чика не узнала? Чика? Так это был Чика? Я его издалека только видела, а подойти не решилась. Думала, что точно у кота крыша поехала, раз он рыбу на удочку ловит. Это Чика так летние каникулы проводит. Ух, лучше бы он за грибами пошел. Никиса, мы же кошки, мы не едим грибы. Да, не едим. Зато собирать грибы не опасно. В лесу он не утонет. Ой, я не подумала. Чика же может в речке утонуть. Я здесь целый час уже сижу и ни одной рыбки не поймал. Эй, лягухи, ну-ка, проваливайте отсюда. Вы мне всю рыбу распугали. Вы что, не слышите? Убирайтесь, я вам говорю. Ах так? Ну тогда, получайте. Разбежались. Вот сейчас рыбалка начнется. Кошки, мне кажется, что мы должны вернуть Чика домой. А мне кажется, что мы зря волнуемся. Да не упадет Чика ни в какую речку. Пусть себе ловит рыбу. Точно, пусть ловит. А вечером у нас будет настоящий пир. Никиса, тебе лишь бы вкусно поесть и побольше. Остальное тебя не волнует. Если не хочешь поесть свежей рыбки, и не надо, мы тебя исключаем. Ну, жалко будет, если Чика упадет в речку. Да что же это такое? И лягушки разбежались, а рыбка все равно не ловится. Ой, что это? Клюнула, клюнула, я поймал рыбку. Ого, да она же огромная. Ой, только бы не сорвалась крючка. Вырывается. Вот это да! Как же все обрадуются. Вот это я понимаю. Будет у нас ужин. Ой, что такое? Больно. Кажется, меня кто-то укусил. Но кто здесь может меня укусить? Ай, как больно! И что-то мне стало плохо. Голова закружилась и тошнит. Нужно скорее возвращаться домой, пока мне не стало совсем плохо. Кошки, кошечки, помогите! Ой, Чика нас зовет! Чика, Чика, ты где? Да вот он я, здесь, лежу под кустом. Чика, ты что это там развалился и зовешь нас? Вася, мне плохо. Как это плохо? А где твои удочки и где рыбка? Ох, Вася, мне сейчас не до рыбки. Ни одной рыбки не поймал? Поймал. Поймал? Где же твоя рыбка? А под кустом почему валяешься? Никиса, я плохо себя чувствую. Что, совсем плохо? Даже домой подняться не сможешь? Сейчас попробую. Я, кошечки, заболел. Мне кажется, что меня кто-то укусил, и теперь мне очень, ну очень плохо. Чика, бедный, ну кто мог тебя на речке укусить? Я знаю кто. Это лягушки. Перестань, Никиса. Не видишь, что ли, что Чика действительно плохо себя чувствует? Я не знаю, кто меня укусил, но было очень больно. А потом что ты почувствовал? Потом у меня разболелась голова, стало тошнить и сил совсем нет. Чика, а куда тебя укусили? В голову. Прям в самую макушку? Не знаю, вся голова болит. А в каком месте сильнее всего болит? Сильнее всего болит около уха. Ты можешь нам показать это место? Могу. Смотрите, там, около уха. Чика, да у тебя здесь гигантский клещ. Он такой огромный. Ой, клещ, а это опасно? Точно не знаю, но его нужно обязательно вынуть. Вася, а кто будет вынимать? Дома же никого нет. Да, это проблема. Маша и Коля вернутся домой только поздно вечером. Вася, придумай что-нибудь, а то до вечера этот клещ
выпьет всю мою кровь. А может и не выпьет. Ну, может, конечно, и не выпьет, но лучше что-нибудь придумать и вытащить этого клеща. Кошки, если мы сами не можем помочь, то нужно позвать кого-нибудь на помощь. Правильно, Вася. Никиса, мама, вы останьтесь дома, а я позову на помощь нашу соседку, тетю Лену. Правильно, Василиса, беги за помощью. Ой, а вдруг и тетя Лена не будет дома? Мне тогда никто не сможет помочь, и мне наступит конец. Чика, не нагнетай. Даже если тетя Лена нет дома, мы все равно что-нибудь придумаем и спасем тебя. Кошки, я привела тетю Лену. Она согласилась нам помочь. Молодец, Вася. Тетя Лена, у Чика за ухом сидит огромный клещ. Вы сможете его вынуть? Не бойся, Чика. Я сначала только посмотрю на твоего клеща. О, он действительно очень большой. И, конечно же, его обязательно нужно достать. А это не больно? Чика, ты же мужчина, кот. Даже если будет больно, ты должен терпеть. Чика, я постараюсь не сделать тебе больно. У меня есть специальная вилочка для вынимания клещей. Я этой вилочкой подцеплю клеща, а потом аккуратно его извлеку. Чика, пожалуйста, не вырывайся. Ты же мне мешаешь. Потерпи немного. Чика, не дергайся. Ты мешаешь. Ой, какой же большой клещ тебя укусил. Этой вилочкой его невозможно достать. Она маленькая для такого большого клеща. Ну как же быть? Неужели ничего нельзя сделать? Не волнуйтесь, кошки. Мы обязательно достанем этого кровопийца. Я взяла другую вилочку. Она немного побольше. И сейчас я снова попробую подцепить клеща. Так, кажется, получилось. Теперь его нужно выкрутить. Тетя Лена, а зачем клеща выкручивать? Клещ очень сильно присасывается. И если его просто потянуть, то мы оторвем ему голову, и она останется под кожей. А извлекать ее потом будет очень даже непросто. Посмотрите, как клещ вцепился в нашего Чика. Ну вот и все, мы достали клеща. Видите, и головка не оторвалась. Значит, мы все сделали правильно. Какой же он огромный! Это потому, что он выпил много крови. Посмотрите, какая большая ранка осталась от укуса. Она до сих пор болит. Потерпи немного, Чика. Боль скоро пройдет. Покажите мне клеща поближе. Я хочу его получше рассмотреть. Да вот он! Пожалуйста, полюбуйся! Фу, какой он противный! И как больно кусается! Сидел на мне и пил мою кровь, поганец! А что мы теперь с ним будем делать? Как что? Его обязательно нужно раздавить! Клещей нельзя выпускать на волю! А то они опять кого-нибудь укусят. Хватит, Чика, на него любоваться. Посмотри, Чика, что осталось от твоего мучителя. Только мокрое место. Ой, это же моя кровь. Сколько он ее выпил. Ребята, в начале лета очень много клещей. И они кусают и животных, и людей. Поэтому нужно быть очень осторожными. Да, ребята, чтобы не получилось так, как у Чика. Пошел ловить рыбу, а поймал клеща. Коля, как хорошо, что ты пришел! Вася, что случилось? Коля, Коля, на нас напали монстры! Мы еле убежали, а потом Чика и Никиса пропали! Как пропали? Не знаю, их нет и все! Зато я смогла собрать все фрагменты ключа и прогнала всех монстров. Ты собрала ключ? Ну да, он здесь летал. Ну как тебе это удалось? Длинная история, потом расскажу. А мне звонила Шанелька и рассказала, что и на вас напали эти уроды. Да, было дело. Но нас спасли животные из настоящего зоопарка. Ребята, а вы помните, как мы убегали от монстров? И как нас спасли животные? За кого вы болели? Обязательно посмотрите этот ролик и поставьте нам лайк!
Поля, да при чем здесь зоопарк? Ты что, меня не слышишь? Слышу. Я тебе говорю, что Никиса и Чика пропали. А вдруг не все монстры исчезли? Вдруг они сейчас гонятся за ними? Ой, Вася, да как же так? Их же нужно срочно спасать. Скорее, ты иди поищи их. Может быть, они со страху убежали на улицу. Или даже в лес. Подожди, а ты разве со мной не пойдешь их искать? Нет, я буду ждать дома. Вдруг кошки сами вернутся. Окей, жди здесь, я их найду. Блин, куда же они могли подеваться? Никиса! Чика! Отзовитесь! О, Коля, привет, ты куда идешь? Привет, а ты тут откуда? Да просто гуляла. Ты кого-то ищешь? Да, ищу. Мои кошки пропали. Но кошки не могут просто так пропасть. Мне Вася рассказала, что на них напали чудовища из зооаномалии. Вася смогла спрятаться дома, а они куда-то убежали. Странно, я думала, что всех монстров затоптали настоящие звери из настоящего зоопарка. Оказывается, не все так просто. Чтобы монстры исчезли, нужно собрать все части ключа. Ничего себе! А мы этого не знали! Да, нам очень повезло, что мы спаслись тогда. Бедные кошки, их нужно спасать! Куда ты побежала? Стой! Стой, куда ты? Спасать кошек! Да подожди ты, нам вообще в другую сторону! Ой! Таня, да блин, стой! Ты хоть знаешь, как мои кошки выглядят? Ой, точно! А как они выглядят? Ой, так, спокойно! Никиса, это черная весоухая кошечка. А Чик, это большой серый полосатый кот. Все, поняла. Пошли быстрей. Да стой же ты! А вдруг там монстры остались? Никиса! Кто это кричал? Или мне показалось? Какой-то незнакомый голос. Чика, где ты? Ой, как страшно-то! Чика! Вася! Неужели никто не пошел меня искать? Чика! А-а-а! Помогите! Подожди, Тань, стой! Помогите! Я, кажется, что-то услышал. Я тоже! Это Никиса! Нам туда! Да откуда ты знаешь? Подожди! Я лучше ориентируюсь по звукам. Мы это уже проверили. Это лес. Здесь вообще можно запутаться. В общем, я туда, а ты как хочешь. Да подожди ты! Вон, смотри! Мне кажется, это Никиса! Где? Да куда ты смотришь? Вон там, на дереве. Там что-то черное. Но я не уверен, что это Никиса. Да это точно Никиса. Да стой ты, бешеная, куда ж ты полезешь, ты же упадешь. Все хорошо, я сильная. Ты балда, спускайся, это не Никиса. Никиса бы давно ответила уже. Ну ты молодец, нашла Никису. Перепутать ворона и кошку. Просто я очень беспокоюсь за кошек. Вдруг кто-то из монстров в лесу остался. Помогите! Слышишь? Вот это точно Никиса! Надо ее спасать! Скорее! Как же страшно! Ну зачем я только убежала так далеко? А вдруг монстры где-то рядом? Никиса! Вася! Помогите! Ой, это же Никиса! Где она? Никиса! Где ты? Никиса! Ой, это Коля! А еще я слышу чей-то незнакомый голос. А вдруг это ловушка монстров? Вдруг они начали разговаривать, как Коля и Никиса? Как же страшно! А это еще что за избушка на курьих ножках? Спрячусь здесь, а потом уже вернусь домой. Никиса, где ты? Я ее больше не слышу! Никиса! 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 Стой! Смотри!
Коля, помоги! Что же делать? Нет, это точно не киска кричала! А вдруг за ней гонятся? Я же кот! Я не могу ее бросить в беде! Никиса! Я иду! Это точно не киса! А вдруг она застряла? Ее надо скорее спасать! Стой! Ты что, сумасшедшая что ли? Куда ты полезла? Давай лучше я! Коль, может ты не пойдешь? Ой, да ладно тебе, Тань! Что здесь такого? Ай! Ну ты же поранишься! Ну, Коля! Никиса! Таня! Да какая же это Никиса? Это же кофта! Ну, полюбуйся на свою Никису! Блин, Коль, прости, пожалуйста, мне показалось! Показалось ей! Помогите! Помогите! Опять Никиса кричит! Она зовет нас на помощь! Бежим, бежим скорее! Да блин! Мы уже два раза не туда прибегали! Это ты не туда прибегала! А сейчас Никиса совсем рядом! Все, скорее, побежали! Никиса! Держись! Я уже рядом! Ой-ой-ой! Я попал! Никиса! Коля! Смотри, Никиса! Слава богу, одна нашлась! Коля, Коля! Там были монстры! А потом этот урод как залез! И мы как побежали! И Чика! Я не знаю! Я не знаю, где Чика! Никиса, успокойся! Кто эта девчонка с тобой? Это Таня. Она сразу бросилась вас искать, когда узнала, что вы пропали. Почему ты мокрый? Ты лучше у Тани спроси. Кстати, Никиса, ты не видела, где Чика? Нет. Мы разбежались, и все. Это Чика! Ух, за ним погоня! Но такого не может быть! Вася же собрала все фрагменты ключа! Это не могут быть монстры! Ну а вдруг кто-то остался? Бежим скорее! Чика! Ну вот, я снова здесь оказался. Буду сидеть здесь, пока не стемнеет. Чика! 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 Отзовись! Чика! Чика! Ты где? Куда ты пропал? Чика! Чика! Не бойся! Здесь Коля и Таня! Они нас спасут! Кажется, я слышу голос Коли и Никисы! Но кто такая Таня? Какая Таня? Это точно ловушка монстров! Не буду высовываться! Чика! Чика, где ты? Таня! Чика! Чика, где ты? Таня! Боже, он перестал кричать! Коля, я его не слышу! Таня! Коля, я его не слышу, а вдруг его сожрали? Таня, ты на муравейнике стоишь! Да, я Таня, все! Тихо, успокойся, они не кусачи! Кусачи, я теперь неделю чесаться буду! Пошли, пошли, само пройдет, пойдем! А вот когда на меня заползают всякие букашки, то я их выкусываю! Хочешь, и у тебя повыкусываю! О, Никиса, это очень мило, но у меня нет столько шерсти, сколько у тебя! Ну и ладно, Чика-то где? Даже не знаю, где искать! Все тихо! Может быть, его мой голос напугал? Нам в любом случае нужно продолжить поиски. Пойдем. Как же я волнуюсь! Их слишком долго нет! Может, самой тоже пойти поискать? А вдруг они все-таки придут, а дома никого не будет? И они решат, что меня эти уроды уничтожили и утащили.
Ой, как же тяжело! Скорей бы они вернулись! Все стихло. Ну не сидеть же мне здесь вечно. Ну как же страшно. Ладно, посижу еще чуть-чуть и пойду. Давайте я все-таки не буду кричать. Мне кажется, что незнакомый голос его напугал. Не кричи, я сам все сделаю. Спасибо. Ты только пожалуйста, больше не попадай в переделки. Постараюсь. Чика! Это я! Ты где? О, кажется, только Коля кричит. А это точно он? Страшно. Чика! Чика, где ты? Коля меня спас, все в порядке. Чика! О, это Никиса. Значит, правда, что Коля ее спас. Никиса! Я бегу! Я его слышу. Бежим скорее. Тихо, ну пугаешь. Чика у нас трус, что ли? Здесь столько ужасов, я бы тоже напугалась. Идемте скорее. Ну где же они? Точно, надо позвонить Коле. Блин, но не берет. Наверное, там связи нет. Вдруг все плохо. А вдруг Колю поймали эти уроды? Коля, Коля, Никиска. Ой, кто это с вами? Я Таня, подруга Коли, не бойся. Да, трусишка, небось все время в избушке сидел. Неправда. Я пытался до вас дойти, но потом наткнулся на монстра. А мы никого не видели. Ну хорошо, что все-таки вас мы нашли. А Вася? Вы не знаете, где Василиса? Ой, точно! Вася! Она нас ждет дома и, наверное, уже очень волнуется. Быстрее! Домой! Хоть бы монстры больше не попадались. Так, ну все, хватит болтать. Быстро идем домой.